небольшой телевизор на Android. Сегодня рассмотрим телевизор Ericsson 32LX9000T2. В комплекте с телевизором – пульт дистанционного управления и документация. Это 32-дюймовый телевизор со скромным HD-разрешением. Высокой детализации от него ожидать не стоит. Еще учтите, что две боковые ножки требуют поверхность во всю ширину телевизора. Есть и запасной вариант – резьба для настенного крепления на тыльной части. По портам все традиционно. Два антенных входа, 3 HDMI, 2 USB, RCA-разъем, VGA, выход для наушников, CI-слот, оптический аудио-вход и Ethernet. С помощью Ethernet или Wi-Fi эта модель воспроизводит видео из интернета, например, ролики из YouTube. Для этого здесь установлена операционная система Android. Подытожим, это бюджетный телевизор для просмотра фильмов или сериалов по сети. Но если вам необходимо высокое разрешение, то присмотритесь к более дорогим моделям.